Сегодня в Татарстан прибыл директор корпорации «Ростех» Сергей Чемизов. В Челнах он вместе с Рустамом Минихановым подведут итоги работы КАМАЗа за прошлый год. В программе посещение социальных и спортивных объектов «Автограда», совещание по подготовке к 50-летию Камского автозавода в 2019 году. В Лениногорске горит свалка твердых бытовых отходов. Сейчас пожарные ликвидируют тление мусора. Зафиксировано сильное задымление. Для тушения возгорания и засыпки полигона привлечено 12 единиц спецтехники. Площадь пожара – 2500 квадратных метров. «Научись плавать» призвали сегодня детей Казани. Акция МЧС прошла на пляже Нижнее Заречье. Здесь собрались десятки ребят и их родители. Спасатели учили детей плавать и рассказали о правилах поведения во время отдыха около воды.